Итак, дорогие мои друзья, всем привет. Продолжаем прохождение Скайрима. Это уже у нас какая? Четвертая серия. Нам осталось зачистить Рифтон. Это три точки. После чего мы сдадим задание и, наверное, двинемся вот эту вот локацию зачищать. Здесь очень много всяких вот этих лагерей, святилищ, откосов, всяких пещер, короче. Я не знаю даже, как с ними быть. Зачищать их на видео или нет. То есть, если мы вот это все будем зачищать, все эти знаки вопроса, у нас это займет не то чтобы много, а капец как много времени. При том, что много, ну, типа, видосы на час получается, но сами понимаете, что у меня это отнимает куда больше времени, потому что пока добегу, пока там разберусь, то все 5-10, еще не с первой попытки все прохожу, поэтому уйдет у нас дохерище времени на вот это вот все дело. Но как бы то ни было, сейчас мы идем, получается, куда? Дочищаем вот эту локацию. И, наверное, начну тогда вот по этим по знакам, похожу здесь по пещеркам. В принципе, буду демонстрировать вам, наверное, все. Поглядим. И сделаем такой большущий плейлист с большущим прохождением Скайримчика. Да. Или, наверное, знаете как? Наверное, все-таки пойду целенаправленно по вот этим всем знакам, чтобы в процессе прохождения квестов каких-то, ну, будут по-любому выдаваться квесты, и мы по-любому большую часть этих знаков вопроса посетим по тому или иному заданию. Поэтому мы так или иначе здесь все позакрываем. А все, что у нас останется после прохождения квестов, мы закроем в отдельных видосах. Поэтому вот такие вот планы на ближайшее время, поэтому погнали. Медведя шлепнем, затем руины Бталфта, потом осенняя сторожевая башня. Го. Так, первый у нас кровожадный медведь. Погнали. Подбавим ему кровожадность. Медведь более не кровожадный. Вся его кровожадность куда-то делась. Так, что у нас здесь? Козьёль. Тут ничего нету? Тут ничего нету. Ну, быстро и легко. Погнали следующую. Следующий у нас будет главарь. Там их немного. Так, тут главное... Тут лагерь у нас находится имперский. Главное сейчас не загрить имперцев. Все. Так, с Гелифора у нас падает доспех следопыта. Мне кажется, уже был такой или нет. Следопыт. И лук Гелифора. Ну так. На троечку лутецкий. В прошлый раз здесь случайно бахнул фаерболом и завалил парочку имперцев. Они на меня агрились и через полкарты за мной бежали. Очень сильно обиделись на меня. Так, погнали. Следующая локация у нас... Главарь бандитов. Кита длинный хвост. Тут недалеко, можно будет не отрывать... Так. Они где-то... Ля. Мишка. Где-то здесь он должен быть, этот фортик небольшой. Правее. А, вот он. Врываемся на характере.
Ключик. Книжка такая себе. Физическая природа вервольфов. Ты кто? Так, кто-то там еще сагрился на нас. Так. С главаря Киты падает арбалет Киты. Сейчас мы еще здесь... Но он-то вряд ли на нас дойдет, там стеночка ему мешает. Ну. Тебя я не могу впитывать или что? Что ли, или что это? Ну ладно, насрать. Я через крики не собираюсь играть, поэтому пофиг. Прыжок веры. Такс. Все, зачистили, получается, рифт. Сейчас возвращаемся в рифтон. Затем топаем зачищать вот эту локацию. Надо сдать все задачки. Погнали. Так, мадам, вот тебе головы. Так, 8500 и 3750. Неплохо. Тридцаточка у нас уже накопилась. Так, что бы я хотел? Что у нас по навыкам? Разрушение 95. Так, восстановление 75, изменение 50. Так, если не ошибаюсь, боевой маг вроде нам там еще дает статы неплохие. Да, давайте, наверное, боевого мага захерачим. Хотя, блин, может в колдовство удариться. Просто мне нужен тот, кто будет за меня танковать. Типа по урону у меня уже все более-менее нормально. А мне нужен тот, кто будет за меня по лицу получать. Честно так, окей. Докачиваем до конца разрушения. Докачиваем до конца восстановления. А затем посмотрим. Так, таинственный наставник. Давай разрушение до талого. Отлично. Первый навык, который прокачанный на сотку, у нас уже появился. Так, и восстановление. По 4 требует. Ну, дофига, ладно, окей. Так, погнали. Сейчас в пещеру Крекс Лейн, а затем Кирита Острое Копье. Так, добрался до пещеры. Один бандит на входе был. Погнали. 21 левел уже. Надо будет еще зелье докупить. Еще добровольцы. Мясник из Блавикена. Так, королева волчица. Скуба. Так, что нам дает этот дяденька? Луна, топор,
и солнце. Один холод. Зачарование усиливается в два раза, если экипировано солнце. Неплохо. Очень неплохо. Так, а что у тебя в берлоге есть? Так много ничего. Так. Скума. Ням-няма. Ну что ты, бедолага? Куда, дурак? Ну ладно. Так. Следующая цель. Так, добрались до места. Погнали. Человеку плохо. Что это было? Что меня подожгло? Ловушка или что это было? Большая пещера. Так, блин. Очень много ответвлений. Что у нас здесь? А здесь как раз таки и ничего. Дайте. Не дают. Далее. Идем далее. Они уже заагрились, я слышал там ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха кричала. Незаконная деятельность ведется. Пресекли ее на корню. Блин, это еще надо этот амулет там, короче, прикупить, который даст нам... Который даст нам еще усиление. Так, что ты даешь? Копье Кириты. Снижает броню цели на 112 единиц, в течение 10 ему поглощает 45 единиц запаса сил. Неплохо. А откуда она прибежала, что-то я не понял. Ой, темно стало. Так. Все тогда на выход. А, что у нас следующее? Кто там? Следующий. А, следующий будет, наверное, Фиола. Хе-хе-хе. Подошел с неожиданной стороны. Сейчас мы заодно... Так, сила заклинаний. А, так, выпечка. Сейчас оббафаемся. И еще у меня же есть магия... Восстановление. Аура скорости. Так, ну-ка, еще раз магия. 126. Так, обновили баф. Отлично. Так, и что-то у меня там еще спадает. Волшебный оберег. Нет, он жрет просто магию. Так, защита от яда. Погоди, а у нас либо-либо, да? Нет. Ага, либо сопротивление стихиям, либо скорость. Ну, я, наверное, скорость предпочту. Мне бегать тут много приходится. Вот так вот. И все, и дальше погнали тогда. Арт-налет устраивать. Так, пока никого не вижу, где. Первая цель.
вторая цель. Третья. Нас не видит. Все, закончились цели. Косплеем птичку. Раздеваем полностью. Так, теперь вот туда надо. Ну, тут ничего интересного. Обязательно сохраняемся. У меня, кстати, на секундочку 1500 брони. Не каждый танк, мне кажется, столько имеет. Давай. Так, тут чувак. Спасти жену Фиолу. Ёпта, напугал меня. Не делайте так больше. Подвешенные мертвые курицы. Что-то странное. Так, что здесь у нас интересного? Ага, тут у нас все через эти, через башни, да? Так, теперь сюда. Вроде бы. У них, кстати, довольно дорогая экипировка. Нордская. А, сапоги туманной заставы. Ну, неплохая, красивая, кстати, прикольная. 320 брони. Неплохо. Но нашему моготянке ей, в принципе, пофиг, сколько у тебя брони. Ну, типа, нет никакой разницы, как тебя запечь. All right, Snowback. Who are you and what are you doing in Fiola? How do you know Fiola? Кристер, he's here? Да, Кристер здесь. The fool's my husband. I'm Fiola. I left that old scab. Came home to Skyrim and found this rabble. Didn't take much to prove myself and knock them into shape. Now every free blade from here to Windhelm wants to sign on, and it won't end here. I'd die before I went back. You think so? Let's see who the real one is here. You're mine! Просто она бандит, а с бандитами у нас разговор короткий. Так. Фиола, доспех. Фиола, перчатки. Фиола, сапоги. Фиола, шлем. Фиола, щит. Фиола, боевой топор. Full set. Для танка, по сути, с Фиолы выпал. Ну, ладно, мы чуваку скажем, что она споткнулась и, ну, мы не смогли ее откачать.
скорая приехала слишком поздно. Она, ну, немножко самоубилась. Пойдем скажем этому чуваку, что она немного умерла. Ну, чисто самую малость так споткнулась и на меч мой наткнулась. Точнее, на фаербол. Так. Имеет ли смысл обратно вот так вот топать? Нормально, чувствуется прибавка скорости 126%, ну типа 26% прям хорошечно. Нам еще нужно открыть этот самый магический барьер, магическую броню типа второго левела, чтобы прям вообще разваливать, ну типа быть максимально защищенным. Я не помню, когда он там открывается, но вроде как есть такой навык — магическая броня второго левела. У нас сейчас, напомню, первый. Так, дружище. What news? Why isn't Fiona with... What? You monster! I'll kill you for this! I didn't think you had this stuff. Давайте не будем его убивать. Что, бывает. Так, у меня не испортилась этот... карма наша. Нет, 22 праведность, неплохо. Блин, 30-ки очень долго, конечно, качаться. Но 30-ка нам прям очень сильный буст даст. Ой, погнали тогда, сейчас мы кого шлепнем. Ну, давайте, наверное, я сперва вот сюда сбегаю. Потерянный нож. А затем сюда на мерзкого паука. Бежал, короче, никого не трогал. И здесь на меня, возле форта Амалон, на меня напали. Тогда мы просто зачистим этот форт. Оружие массового поражения, фаерболы. Понятно. Не только я умею кидать фаерболы. Собака сутулая, мощный. Байтим его. Пойдет, не пойдет. Как назад вообще побежал. Мое кунг-фу оказалось сильнее. Может быть, сейчас мы здесь и найдем этот колечко, которое увеличит нам наши статы. Так, я же здесь много завалил. Нам нужно колечко или что там на урон заклинаний. Чтобы мы просто пенетрировали вообще все. Солдатик, братишек. Ну, мародерство не грех. Это колечко омоложения. Так, посмотрим. Да, мне нужно кольцо. Кольцо. Урон двуручного оружия. Блин. О, кольцо, урон заклинаний.
Сейчас будет пенетратор. 8000. Урон заклинаний. Урон заклинаний. И у нас при этом еще и 86% типа реген. Неплохо. То есть... я вообще до этого, я, короче, на великанов-то наткнулся. Я великанов стал просто тупо ваншотить. А это мы еще не докачали, по сути, ну, много чего. Такс, где первая дверь? Давайте, наверное, первая сюда пойдем. Погнали. В тюрьму заглянем. Блин, книжки раскидал. Мне нужны книжки, которые полтишок стоят. Я хочу собрать коллекции фул. Вот это выглядит... Нет, это выглядит не очень. Есть ли тут живые? Нет. Ну ладно. Двоих шлепнули. Ну, типа, в принципе, этот... Экспа. Блин, 1600 брони. Нормально. Элинда. Это какой-то босс был. Мое кунг-фу оказалось сильнее. Так, эксперта, эксперта. Экспертные чуваки здесь попались нам прям. Что у нас здесь? Амулет, септим, рецепт, кузница, рецепт. Два рецептика подняли. Так, и здесь я босса шлепнул. Опа, ледяное кольцо. Так, давайте посмотрим, что это у нас дает. Точно, это одно из стихийных колец. То есть, есть, короче... Кольцо льда, огня и молний. Оно повышает нам вот это статы, типа прям, ну. Отлично, отлично, отлично. Одеяние мага-эксперта. Ну и остальное вещи не представляют особой ценности. Так. Опа, полный каталог чар для доспехов. Отлично. Мы становимся красивее и красивее. Хотя уж, куда уж больше. Ладно, не будем открывать. Время тратить. Ну и все. Зачистили. Продолжаем двигаться. В убежище. А, нет, погоди, там какая-то дверь была. Может, там еще кто-то есть? Но мне кажется, навряд ли. Так, стоп, где? Вот здесь дверь была. А, ну это на выход на Скайрим. Угу. Так, зачистили форт Амол, тогда двигаемся сейчас сюда. К Халвару нетрезвому. Ах ты с... алкаш. Так, прибыли мы на место. Здесь, оказывается, нам можно было всего дорогу перейти и даже не прерывать запись. Ну ладно, погнали. Ну-ка, кто там отведать силушки богатырской хочет? Так. Пока что они какие-то дохленькие. Нет, не показалось.
Слабаки. Так, один в воду упал. Я за ним не буду нырять. Погнали. Наших городских. Так, ловушка. Так, вот здесь где-то бандос прячется. А, нет. Стоп, я ж не убил еще главаря. Так. А стоп, а куда эти два делись? Так, там еще одна пещерка была. Наверное, туда надо идти. Убежище. Пенетратион. Пенетратион. Так, что у вас здесь есть интересного? Книжечку дайте кому-нибудь интересную. Основу кулинарии какой-нибудь. Не хотите? Ну ладно. Что у нас здесь? Сундук. Мне интересно. Алхимическая фигня. Так, вот. Арсинум и орки. Имперский лук. Скума. Дайте две. Здорово, девчонки. Бой. Слабаки, чё сказать? Слабаки и точка. Так, это не босс? Нет, это не босс. А, босс был на арене. Так, где здесь был космонавт, который... А, он туда, наверное, улетел. Так, здесь вроде всех залутал. Погнали сюда. Так, что у тебя? Странствующий рыцарь. Доспех. Перчатки. Сапожки. И шлем. А также длинный молот. Скорость атаки повышена на 30. Неплохо. На оружие можно наложить зачарование. Неплохо. Очень хороший молот. Так, что-нибудь... Нет, больше ничего интересного нету. Так, ключик мы с него подобрали или нет, чтобы открыть здесь сундучок? Нет, не открыли. Ну ладно. Так, зачистили. Следующий, кто у нас? Давай вот этого мерзкого паука загасим. А потом двинемся вот на эти четыре точки. Так, прибыли на место. Погнали. Надеюсь, сейчас возьму левел, добью 23. Yeah.
бля, просто армия. Блин, а там эти... Там вампиры. Мне очень неохота нажимать эту кнопочку. Блин, получилось лучше. Получилось очень хорошо. Всякие вампирские приблуды. Отлично. Так, кого-то еще откинуло здесь. Вот здесь орк. Вампиро-орк. Трел. Нормально они здесь пообедали человеченкой. Так, что у нас здесь есть? Тут, наверное, должно быть что-то дорогое и богатое. Железная стрела, замечательно. Головной убор. Камешек душ. Тут запчасти. Тут ничего. Ладно, не будем ломать. Так, вот. Запертая комната. Граната. И все. О, тут что-то есть. Сапфир. Смотри, лестница есть. Давайте поднимемся. А что там? Что-то есть наверху? Тут много ничего. Ну окей, один плюс есть. Мы, по крайней мере, забрали... Ну, точнее, взялись левел. Набили на этих чуваках. Но мы так и не вышли до этого. Не добили пауков. Погнали. Прикиньте, сколько бы я здесь лучником бы расчищал. Паукопад. Не хочу туда спускаться. Там слишком мерзко. Все, вроде раскидали. Поехали. Логово. Кранвагр. Ключик. Ну и все.
Так, что с этого паучка нам выпало? Яйцо. Какие мы жестокие, просто взяли пауку и отрезали. Детородный орган. У нас, кстати, по поинтам 47. Разрушение мы докачали на максимум, да, получается соточка. Красиво. Здесь у нас восстановление тоже, наверное, надо на соточку качать, потому что у нас бустится урон и броня от восстановления. Поэтому давайте, наверное, вызовем этого дяденьку. Так, навыки. Угу. Этого достаточно. Все, двигаемся дальше. Дальше у нас что по целям? Дальше у нас Морвонскар. Я открою сейчас отсюда, побегу в Морвонскар и вот так вот пойдем. Тук-тук-тук. Добьем эти 4 точки. Я думаю, на сегодня можно будет заканчивать. Так. Бля, как больно. Так. Тут в Морвонскаре, оказывается, волшебники. Еще левела у них такие прям босяцкие, 40-е, там все такое. Бля, прям на тоненького. Еще и волк там сагнулся. Так, хпшки. Поймал меня в прыжке. Ну ладно, не беда. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Готов, карасик. Так, что у нас здесь? Жрица смерти. Ну все, посыпались шмотки 5 левела, кольцо заклинаний, там все такое прям. Мощь. Маска у них прикольная. Такая типа черепок. Что там? Какое-то кольцо, блин, пропустил. Вроде какое-то уникальное колечко было, или мне показалось. Хотя у обычного бота, типа... Ледяное кольцо, обручальное кольцо. Нет, ничего такого не было. Так, ну что, погнали зачищать туда крепость эту, раз мы уже упоролись сюда. Сохраняемся и погнали. Лузеры. Так, вы же отсюда не можете прийти? Нет.
Ну, типа снизу только, да, получается? Страшно, страшно. Если бы мы знали, что это такое... Маги очень-очень опасны. Бля, он меня почти шотнул. Так, пора бы уже задумываться о приобретении зелий на лечение. То меня уже не всегда меня шотает, поэтому... Зелье лечения будет прям полезно. А я помню здесь. Все, вроде бы все. Эбонитовый посох. Так, может сохраняться? Так, ладно. Просто шматье убер дорогое, с них падает. Два колечка омоложения. Просто чел вечно молодой. Так, книжки есть толковые? Ага, ключик. От сундука, надеюсь. Да. Эбонитовый лук устранения. 5 кусков стоит. Бля, просто не добыча, добычище. Так, тут ловушечка. Так, что у тебя здесь по библиотеке имеется? Такая себе скудная библиотека. Нет тяги к знаниям у ребят. Так, что это было? А, череп тролля. Так, я хочу взломать эту дверь, не знаю почему, просто мне кажется, что там что-то есть. Ага, там есть. Где? Норрис порочный. Не зря я сюда дверь открыл. Бля, у него какой сет красивый. Смотрите. Сопротивление стрелковому, ага, повышает сопротивление холоду. Перчатки. Стоимость заклинаний. Сопротивление электричеству. Роба. Регенерация магии на 200. Сопротивление тьме на 15. Повышает силу заклинания электричества на 15 за фулл сет. Сапожки. Повышает магию на 50. Сопротивление магии на 15. Электризованное ожерелье. Крутой чувак. Не зря мы сюда заскочили. Не зря. Так, там пытошные. Тайные талары. Не зря заскочили. Не зря. Так, надо просто юзануть не лампочку, а зелье. Тут есть что-нибудь интересное? Ну что ж, это хороший забег.
Не зря мы заглянули сюда. Я хочу получить все сеты, но, типа, нужно посмотреть, в этом моде есть ли здесь дом. В плане того, чтобы все это потом раскидать по этим... По стендам, чтобы все это было красиво и наглядно прям. Красотища, чтобы было. Так, все. Двигаем сейчас, топаем. А здесь, в принципе, круло, здесь недалеко. Давайте я, наверное, вот так вот просто побегу, да и все. Где там Кроул? Так. Принести головы. Так, стоп, туда же бежать? Левее. Ну тут, не знаю, поднимемся мы, нет. Так. Так, магия Скайрима. Кто у нас здесь? Какой-то злодей. Крул. Ты тот, кто нам нужен. Бедолага. Шкура Крула. Блин, опять это, все, короче, предметы для этого, для эльфов. Не используется меч, удалить отовсюду. Именная какая-то шмотка. Мне кажется, она несет какой-то смысл. Так, ну и пещера, говорящие холмы. Сохраняемся, пойдем, поговорим с холмами. Так, вижу злодея. Злодеев больше нету. Экономят они на снаряжение своих этих миньонов. Могли бы и это самое, какое-нибудь эбонитовое вооружение им выдавать. Сейчас мы расплавим эту пещеру. Так, желающих больше нету. Лутаемся. Так, налево или направо? Давайте направо. Так, согрел пацанов. Они явно здесь мерзли. Давайте я вам дверь открою, я джентльмен. Еще один. 10 метров на моем уровне находится. Богатые бандиты все-таки, однако. Да, ушел. Ушел в себя. Так, это не босс. Где у нас босс? Босс, вот он снизу. Так, что у нас у тебя? Копье Дурзола. Наносит 22 урона холодом, наносит 22 урона огнем, наносит 22 урона электричеством. Просто стихиальный какой-то. Стихийный чувак. Раздаватель люлей. 3000. Так. Хорошо, здесь ловушки не было. Сейчас бы откис. Так, что у нас здесь есть еще интересного? Книжка выглядит. Этикет булавы. Красиво. Надо. Здесь кладовая. Искусство двемерских кузнецов. Золотой обруч. Есть ли еще что-то интересное? Вроде бы нету. Это тюрьма у них здесь. Ну, в принципе, все. Эту локацию зачистили.
выдвигаемся сейчас куда, получается? Сюда, к Алену Дюфон. Какой-то француз, видать. Так, прибыло место. Наверное. Нет? Я прям рядышком, но мне показывает, что я далеко. Ну, пойдемте поднимемся. А он вот здесь, здесь наверху, походу, дело обитает. Эти. Так, нас хотят затащить в этот самый в катакомбы, в эти этих самых двемеров. Я вот не знаю, идти ли туда или нет. У меня же есть этот молния Маккуин, электрическая волна есть. Ну отлично, давайте попробуем через электрическую волну. Блин, ну мне ее нужно усиливать, у меня она не усилена. Типа, так, мне нужно что? Мне нужен сейчас наставник. Я хотел сюда в разрушение, где у нас электричество, вот это ядовитых крио электро. Блин, у меня не хватает поинтов, надо левел срочно брать. Так, здесь у них этот самый гриль. А блин, прикольная тема. И она не разбрасывает шмотки, как этот. Так, ключ. Войны за Этери трогать не буду. Их стебьет неплохо. Красота. Блин, а прикольно этот навык-то. Прикольный. Так, хитиновые, это не то. Ты у нас босс? Да. Так, у него Ален Дюфон. Доспех. Ален Дюфон перчатки. Ален Дюфон сапожки. Шлем. И проклятие Эгиды. Ну, довольно слабый на самом деле. Не знаю, имеет ли смысл упарываться сейчас сюда в подземелье, в это. Я думаю, что не стоит. Нам дали поинтов? Один только. Так. Двемерский гироскоп. Так, я могу стуком это открыть? Собака. Ладно.
Так, я хочу еще побаловать с этим молниями. Мне что-то понравилось. Понравились, не понравились. Электроволна. Ну, типа, если мы сейчас еще усилим... Больно бьет. Две мерзкий пес. Это что-то новенькое. Очень долго кастуется заклинание. Нет, да, не пойду. Ладно. Вернемся сюда потом. Демерские подземелья у нас будут потом по плану. А сейчас надо еще очков подкопить, прокачать все эти свои делишки. Чтобы с нормальными молниями сюда уже прийти. Плюс у нас же есть сейчас на данный момент еще и ожерелье на урон от этого. От молний. Так, что у нас там дальше по плану? Главарь бандитов Сафир. А затем еще и вот сюда тогда забежим. Зачистим вот этот кусок. И все. Так, недалеко я тут утопал. И нашел хулиганов. Я просто на ход ноги ему прокинул. Level up. А, блин, вон он спереди. Блин, не посмотрел, что с него дали. Это кто такой? Сафир. Блин. Сейчас попробую найти, что мне там дали за него. Так, арбалет дали с него. Поглощаю 30 единиц здоровья. Длинный молот. А, ну это... Так, я сейчас все это выделю, чтобы не поломать. Так, ну и все. Так, сейчас лутаюсь тогда. И отправляюсь вот сюда, в пещеру. Так, ну вот мы и добрались до этой пещерки. Недалеко она была. Так. По идее, стуком должен сломать вот эту штуку. Да. Отлично. Так, ну и в принципе, я думаю, можно сегодняшнюю серию заканчивать и подбивать итоги. Давайте я сейчас тэпну все, что ненужное, все, что неименное и неинтересное продам. А потом покажу, что у нас по результатам сегодняшней серии. Итак, дорогие мои, смотрим. Первое, по оружию. Ну, посохи, они не уникальные, просто я хочу собрать тоже коллекцию посохов, пусть будет, мы все-таки маг. Арбалет, сафир, длинный молот, проклятие Эгиды, луна, солнце,
Фиола, боевой топор. Арбалет Киты. Лук Гиллифора. Копье Кириты. Копье Дурзола. Красота. И тут прям довольно... Ну-ка. Вот так вот. Ален, Ален Дюфон доспех. Ален Дюфон перчатки. Ален Дюфон сапоги. Шлем. Следопыт доспех. Следопыт капюшон. Следопыт перчатки. И сапоги. Также сет странствующего рыцаря. Доспех. Перчатки. Сапожки. Шлем. Фиола доспех. Перчатки. Сапоги. Шлем. Щит. Также мы получили довольно прикольное кольцо на лед. Повышает магию на 30-50, регенерацию маны и сопротивление холоду. Прокачивать его можно как? Ну, здесь надо раскрывать, то есть, допустим, ледяное кольцо. Надо открывать вот здесь ветки, то есть в разрушении, на лед. Он у нас бустится от, допустим, от криомантии и глубокой заморозки. Типа, чтобы получить дополнительные статы, которые указаны. Там, видите, они там через дробь указаны. Вот, типа, дробь 50, дробь 150, дробь 15. Так, далее. Норрис порочный капюшон. Норрис порочные перчаточки. Роба. Сапожки. Обручальное кольцо Фиолы. Часть амулета Голдера, это у нас уже был. И электризованное ожерелье. Точно так же он бустится за счет изучения двух перков, повышающих урон в школе разрушения. Нам бы такое только на огонь найти, и будет вообще огонь. Силу на 10, длительность на 10, удешевление на 15. Ну, неплохо, я думаю, будет. Отлично. В принципе, все. Здесь мы что-то еще, вроде какую-то шкуру мы там, да? Шкура Круула добыли. Ну, в принципе, на этом все. По прокачке пока подсейвлю немножечко очков. Будем докачивать до конца ветку этого самого восстановления. Здесь праведность 24. Нам нужно, блин, 30-ку. Очень много надо. Очень. Но ладно, я думаю, мы справимся. Мы выйдем на путь праведности. Это просто нам даст лютейшую прибавку к мане. То есть мы получим 75 от этого самого. От самой праведности. То есть у нас будет уже 680 манны. Ну, у нас плюс здоровье и стамина. Все у нас увеличится. Плюс мы возьмем еще второе благословение. Если я не ошибаюсь, здесь есть где-то еще на 100 манны. Какой-то. Мы взяли благословение Джулианаса. Вот этого. А тут еще какое-то есть. Блин, мы сейчас не посмотрим. Ну ладно. Дойдет время, посмотрим. То есть там еще вроде на сотку. То есть у нас будет 700, ну почти 800 манны. То есть мы прям... С манной у нас проблем вообще не будет в скором времени. Хотя и сейчас, в принципе, не особо-то есть проблемы. Поэтому скоро мы станем, ну, очень сильными. А на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал.